Здравствуйте, ребята. Хотелось бы с вами сегодня поговорить о растениях. Какие они бывают? Вот сейчас я вам показываю очень странное растение. Непонятно, листья у него или что это. Такое растение называется хвойное. Почему? Потому что у него хвоя. Хвоя – это листья этого растения. Растения бывают лиственные, с обычными листочками, и хвойные, как вот эти, посмотрите, иголочки. А здесь мы также можем наблюдать шишки. Шишки – это тоже то, что всегда есть на хвойном растении. А кто любит есть шишки из животных? Ну-ка быстренько вспоминаем. Вернее, то, что содержится в шишках. Орехи. Правильно, белочки любят орехи. Какое сейчас время года? Давайте подумаем. Сейчас у нас осень. Как мы определили, что осень? Вот здесь мы видим листочки опали. Вся земля покрыта листочками, и они коричневого цвета. Осенью листочки опадают, и деревья становятся голыми. Сейчас я вам показываю горы, которые летом были полностью зеленые. Сейчас они серо-коричневые, и деревья на них голые. Но почему же деревья хвойные, вот эти деревья, которые мы с вами увидели, у которых иголочки являются листьями вместо листьев, не меняют цвет и не опадают? А дело в том, что хвойные деревья, они вечно зеленые, они никогда не сбрасывают листву и не меняют ее окрас. Давайте обратим внимание вот на это дерево. Видите, оно абсолютно голое, все листочки опали, и мы их с вами только что наблюдали на земле. Холодно, наверное, веточкам, но это не так. Скоро наступит весна. После какого времени года идет весна? Весна у нас наступает правильно, после зимы. И тогда на этом дереве распустятся новые листочки. А пока оно вот в таком виде будет стоять всю зиму. А как вы думаете, это лиственное или хвойное дерево? На нем были листочки или иголочки? Правильно, ребята, это лиственное. Потому что, как мы с вами уже говорили ранее, хвойные деревья вечно зеленые, они не бросают, не кидают. У них иголочки не опадают, они всегда зеленые и всегда при них. Если дерево голое, значит оно лиственное. Вот сколько у нас деревьев, которые сбросили свои листики и стоят до будущей весны раздетыми. Мы знаем, что растения бывают разные. Бывают вот такие, например, с листочками причудливой формы. А бывают вот такие. У этого растения листочки все стали коричневыми, но не опали. Как называется это дерево? Посмотрите на форму листа. Давайте вспомним, какое сейчас время года. Соня, подскажи нам. Сейчас зима. Сейчас зима. Правильно. В календаре у нас зима, поскольку зима начинается с декабря. А зимние месяцы у нас декабрь, январь, февраль. А до зимы была осень. Но сейчас очень сложно представить, что зима, поскольку у нас все здесь зелено.